снять еще одно растение, которое цветет в конце мая. Последняя декада у нас, 22 число мая. Цветет стирокс японский. Стирокс ароматный он еще называется. Фрагрант фонтан. Значит, это не крупное дерево, 1,3 м высотой, родственник халези. Семейство стирокса, соответственно. Цветет уже вторую неделю, лепестки сыпятся. Цветок вроде бы и невзрачный, напоминает цветок жасмина, не махровый цветок жасмина, но аромат потрясающий. Мы видим уже отцвевшие венчики с пестиками, может быть, удастся увидеть семена. У меня немного стирокса, сколько я не сеял, ну, несколько сеянцев имею. Это сорт, скорее всего, я не думаю, что прививка, скорее всего, это укорененный черенок. Да, стирокса укореняются зеленым черенком, но это процесс непростой. Этот саженец я привез получил из Голландии, хорошо перезимовал. Единственное, со стирексами проблема, они очень не любят пересадку, особенно с голым корнем, травмирование корневого кома, имейте в виду. Стирекс надо получать с хорошим 5-литровым комом и сажать его сразу в подготовленную землю. В меру влажную, он не любит замыкания, он не любит сухих почв, вот такая вот хорошая почва. Ну, любит кислую почву, то есть хорошо вот такая торфянистая, гранулированная почва. Здесь он будет чувствовать себя хорошо. Ну и вместе с халезией, стирексом басси, тиростирексом, это такие аристократы. Самые настоящие аристократы сада, которые украсят любую коллекцию. Так что собирайте семейство стирексовых, пчелы оценят. Ваши стирексы, ваш выбор. Вот.